Друзья, всем привет! Вы на канале Витку Channel. И сегодня мы отправимся исследовать новое место на наличие чего-то паранормального. Это проект Afterlife. Не переключайтесь. Вы знаете, данного выпуска могло вообще и не быть, если бы не одно «но». Все внимание на экран. Перелопачивая весь интернет в поисках какого-то достойного места для нового выпуска Afterlife, я наткнулся на эту старую школу. Сначала я не обратил на эту школу никакого внимания, потому что у нее не было мистической истории. Но потом я видел ту фотографию, которую показывал вам ранее. Если честно, я думаю, это дело рук какого-то умелого фотошопера. Но чтобы знать наверняка, я решил проверить это собственноручно. Ребят, на этот поход мы с моим братом пришли не одни. Мы взяли с собой одного охранника и одного водителя. Потому что это место славится тем, что туда часто приходят наркоманы и всякие нехорошие люди. Поэтому, подстраховавшись, мы начали дожидаться темноты. Ребят, всем привет. Вот я уже и на месте. Сейчас будем идти вон туда вот. Если честно, уже стрёмно. Ты готов? Конечно. Мой брат, как всегда, со мной. В общем, будем продвигаться. Поехали. Есть кто? Ау! Ребят, какая-то сумка. Сейчас вот реально стрёмно, потому что здесь стрём даже не только не то, чтобы видеть что-то паранормальное, да, а именно то, что здесь очень все хрупкое в любой момент. Вот пол даже, да, особенно потолок может обвалиться, поэтому здесь вероятность того, что может что-то обвалиться, реально большая. И поэтому стрёмно. Ребята, вот смотрите, вот просто вот это вот просто обваленный потолок. Обваленная крыша. Это просто жесть. И какие-то вещи. Как будто бы кто-то лежит. Я не буду идти дальше, потому что боюсь, что обвалится этот потолок. Вот это, значит, я так понимаю, это первый этаж. Ну, уже стрёмно, если честно. Какие-то бутылки. Вот потолки, реально.
картонные, можно сказать. Реально стрёмные. Вот. Какая-то такая большая комната, не знаю, что здесь могло быть. Но выглядит страшно. Вот, ребят, смотрите, вот просто все. Это я. Просто все обваливается, смотрите. Чувак, тут пол просто проваливается. И здесь пол. Реально просто. Темно по нему идти. Просто проваливается. Так, иди дальше меня. Отойди от меня чуть дальше. Будем, чтобы не создавать больше вес на пол. Ребята, вот там вот дальше, видите? Просто. Вон там вот, просто проваливается пол. Поэтому туда я идти не буду. Там идет подвал. Там реально стрём. Стрём провалиться именно сам. Мы пройдем еще сюда. Нужно идти. Да неаккуратно. Что там? Да ничего, ну типа не просто понял, ты на него ступаешь и сразу. Ребята. Что это? Здесь просто развалинная комната. И здесь какая-то, я не знаю, на водоросли похоже. Но это веревка какая-то. Слышал? Да. Это веревка. Это веревка. Это веревка. Ладно, пошли дальше. Вот, ребят, я рискну. Хочу показать вам, что здесь пол просто проваливается. Вот. Это проход в подвал. Видите? Вон там вот подвал. Там, кстати, какие-то вещи. Ребят, кричать больше не буду, потому что там идет дорога. И могут услышать люди. Могут вызвать полицию. Нам проблемы не нужны. Это вот дверь снаружи, то, что я показывал. И там дальше подвал. Какие-то кульки, пакеты. Ребят, ну я туда идти не буду, потому что там стрёмно, что может просто это все в любой момент обвалиться. Поэтому я просто вам показал и иду дальше. Перейду на второй этаж. Вот, короче, сейчас поднимемся на второй этаж. Кто здесь? Ты видел? Ага, я слышал. Спрячь фонари. Ребят, вы сейчас можете слышать шум. Это снаружи ходят люди. Мы на всякий случай выключили фонарь. Короче, ребят, только что проходили какие-то люди, но и там видно было, как в коридоре пробежал человек, потому что по куртке было видно, по тому, как светоотражатели. И сейчас даже слышны шумы. Кто там? Еще остается второй этаж. Сейчас проверим еще, что там.
Здесь еще больше все развалено. И здесь находиться еще более опасно, потому что падать со второго этажа будет намного больнее и травмоопаснее. Повсюду какие-то шумы. Вот здесь пол, посмотрите просто, можете посмотреть. Но это, конечно, я вам сейчас покажу, как он проваливается. Аккуратно там иди. Вот здесь местные жители занимаются нехорошими вещами. Так делать нельзя, ребят. Посмотрите, вот пол. Не знаю, будет видно или нет. Как он проваливается. Может, по звуку. Слышите? Слушайте. Он просто на соплях держится. Посмотрим, что здесь. А вот здесь выход на улицу. Здесь вот эта вот та сторона обвалина, которую я снимал. Не сидись там. Вот, видно. Здесь все обвалено. А там другая комната. Ладно, не будем сильно выглядывать, чтобы не привлекать лишнее внимание. Ребят, я постараюсь сейчас пройти на ту сторону. Надеюсь, я не провалюсь. И вам заснять еще ту сторону, что там и как там. Короче, ребят, вот сейчас, я не знаю, пройду ли я здесь. Ребят, я не знаю. Я думаю, что я здесь вряд ли пойду. Просто стрёмно по этим всем. По этим всем обвалившимся потолкам идти, понимаете? Пол уже и так слабый. Плюс нападали вот эти вот. Вот этот потолок, вот этот крыша впала, и он еще стал слабее. Я боюсь туда идти, чтобы не провалиться. Поэтому на ту сторону я не пойду. Ты слышал? Да. Кто здесь? Алло. Не ходи возле меня близко. Блять, ты видел? Кто там ходит? Ребят, ну я не знаю, тут просто вот видно, что кирпичи. Это не кирпичи. Видно, что кирпичи разваливаются, и возможно он просто упал. Но как-то странно он упал, если честно. Вот это место. Ну не знаю, здесь. Сейчас посмотрю, кирпичи твердо, крепко держатся или нет. А, нет, он вот тоже, вот, видно, шатается. Возможно, он просто случайно из-за того, что развалится, и упал. Можно пойти куда-нибудь, конечно, на другие стороны, но я говорю, просто все обвалится и стрёмно, просто не хочется сильно рисковать своей жизнью. Мы и так рискуем,
А если пойдем еще в более опасные места, это может обернуться плохо для здоровья. Никакой контент, никакие просмотры этого не стоят. Поэтому, ребят, мы будем удаляться. Потом при просмотре видео посмотрю, может, мы что-то его сняли странное. Пошли. Ребят, я заметил еще вот такой вот выход. Потолки, конечно, опять не радуют, но я попробую посмотреть, что там, и хотя бы снять камерой. Поехали. Надеюсь, лестница не обвалится. Ребят, это просто... Это просто... крыша. Опять-таки, и по ней я идти точно не буду, потому что просто с тем, что, во-первых, эти балки могут упасть, во-вторых, потолок, я уверен, он настолько уже прогнил, что просто невозможно ходить. Вот для вас сниму, чтобы посмотрели, но идти туда не буду, потому что здание в аварийном положении, в аварийном состоянии. Здесь когда-то был чердак. Ребят, ну а на сегодня это все. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Обязательно поставьте лайк. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И напишите комментарий. Мне будет очень приятно. Ну и уже по традиции, ребят, прошу вас еще раз очень внимательно пересмотреть видео. Вдруг вы увидите то, чего не увидел я. И все странные моменты, которые происходили с нами в ту ночь, мы разберем в аналитике, которая выйдет через неделю.